Врачи категорически запретили ведущей выходить из дома и разговаривать. Бешеный ритм жизни и сумасшедший рабочий график ведущей певицы Ольги Бузовой когда-то должен был сказаться на здоровье. И вот это произошло. На своей странице в социальной сети Instagram звезда рассказала, что вот уж 3 дня врачи прописали Ольге постельный режим и запретили говорить. Под наблюдением специалистов певица находится с утра до вечера, получает необходимые процедуры и пьет лекарства. Более того, медики запретили ведущей выходить на улицу и безо всяких исключений. Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент, пишет Ольга Бузова. Больше по теме. Ольга Бузова до сих пор живет в съемной квартире, певица заметила, что в будущем будет приобретать свое жилье. По словам звезды, в свое время ей было необходимо восстанавливаться, так что теперь задача номер 1 – укрепить иммунитет. В комментариях к тревожному посту поклонники пожелали Ольге скорейшего выздоровления.